я очень рад, что такой вид спорта пришел к нам в город. Благодаря вот этим энтузиастам, нашим ребятам. А где вы планируете остальные? А вот рядом же с этой площадкой будет строиться еще одна площадка. Место отведено. И здесь же сейчас делается проект по строительству раздевалок, душевых, судейских, комнат отдыха. Ну, что полная инфраструктура для этого вида спорта. А честно, мы не верили, что так получится. Но это для нас новый вид спорта. И мы не, у нас и так много видов спорта. Мы не думали, что он может прижиться к нам. Но сейчас увидим этот энтузиазм, да, который люди с таким огромным и с таким приходят и строят, и сами занимаются, и песок возят, и строительством, и техникой. Я думаю, что этот вид спорта у нас приживется, и ему место быть в городе. А вы играете в волейбол, Владимир Николаевич? Вы в волейбол играете? Волейбол, конечно, я занимался многими видами спорта, в том числе и волейбол, но не пляжным волейболом. Я думаю, что со временем я попробую это тоже вид спорта. Просто для физкультуры, скажем. Ну, для здоровья, для общего для здоровья. Для здоровья, да. Скажите, то, что в этом году, ну, можно так сказать, условно пострадали футболисты наши, у которых вот эта территория, где мы находимся, она раньше принадлежала нашим футболистам, которые пляжным футболом занимались и проводили здесь соревнования. А есть информация, что им отведут другую территорию здесь недалеко, вот, чтобы они могли построить что-то аналогичное. Это реально? Уже территория отведена, уже решение принято. Да, это буквально абсолютно вот здесь рядом, несколько 10 метров отсюда, будет строиться футбольное поле для пляжного футбола. Кто будет строить этот проект? Тоже будет и общественники, и предприятия, и мы будем подключаться. Может, мы не будем на таком уровне строить, как волейбольные наши поля. Я думаю, что мы не будем стремиться выходить на какие-то общие государственные или международные уровни. Но для города Южного, для любителей пляжного футбола в городе Южного мы обязательно это сделаем.